раков, если берется четвертый, то все скидывается. Плюс там контроль, как на леди, что надо снимать пушки, поэтому... Тут все попроще. На самом деле все, да, все гораздо проще. Ну, по-моему, никто не снимает ничего. Да, поэтому же я с радостью просто посмотрю, понаблюдаю, а вот со следующего там четверга уже, ну там, там когда соберетесь, то пожалуйста. Не, она на работе. Она на работе, ну и плюс я в любой момент могу сорваться и уехать. Ну, это ориентировочно где-то через час, наверное, может, полтора. У тебя, кстати, шаблон вот этого сообщения не закреплен. Ну, типа, твой спек и твое время, твой ник. Вот этот шаблон не закреплен. Но он очень далеко. Я сейчас с блокнотика тебе все красиво распишу, Слав, и скину свою десятку, какой у меня состав. Я тебе кинул ссылку на сообщение. Внизу. Ещё хорошо бы другой канал для этого. Прикиньте, я зашел, короче, на остров, подошел к Сэмми вот на днях. Два раза крутанул, мне на плеча дало. Нормально. Повезло. Ебать, а потом я прокрутил еще опять, когда ничего не дало. Такое тоже бывает. Вам хила или РДД не хватает? Любого ДД. Пух. Бля, и, короче, у меня есть один человек, который был в прошлой гильдии, там, ну, такой классный украинец типичный, который разорит на суржике, он лок, ну, делок, демон. Он дает хороший дэмэдж, вот, но, вот, допустим, ну, может немножечко заслакать. То есть, но ДПС он дает хороший. То есть... Я думаю, я не знаю, я могу у него узнать, захочет он пойти на двух боссов или нет. Я думаю, он будет не против. Не-не-не-не-не, он остался в прошлой гильдии, то есть там мне уже ГМ с прошлой гильдии написал, мы с ним пообщались, да и все. Не-не-не, у нас нет. Там все просто, там сказали... Я объяснил человеку, что такое ЕПГП и что такое ЕПАУК. Мы друг друга, ну, так сказать, друг друга не поняли, и на этом весь диалог закончился. Бля, вы можете меня заменить? Может, я с нуля пойти? Ну, ты, Миша, и подъебщик. Да не, я пойду с вами. Забей, кидай, похуй, не пойду. Кидай, сюда спать. А ты только покидать, ёбаные свитки. Ну, типа, выбор, либо на два последних идти, либо, блядь, на два первых, нахуй, с пугами. Всё. Мне не надо ничего, кроме тринки, всё. И главы, наверное. Ну да. Да, сейчас захожу. А что там, Симон есть? И пока не нету. И фласк все купили. А, вот, что будет. Чекните. Что он называет? Я отойду покажу.
Так, Слав, а вы по ЕПГП, да, будете? Ой, ну по ЕП будете сейчас с Келя и с Сапфирона. Чтоб ему по поводу дропа, что ему написать? Короче, 213 ролл, 213 ролл, Трини и... Это что, голова может забыть, да? Все. Все, окей, окей, окей. Не-не-не-не-не-не-не, нормально, я сейчас. А что, Тринь падали, наверное, да, хоть одна? С меткостью. Нет, с меткостью нет, не падала. Еще ни разу. Ну ладно, Тригу отдали первую, он в хиле ходит. Как бы стрёмно там. Ну, я надеюсь, мы за час закроем. Да. С первого трая. С первого трая у нас ничего не получается. Так, Слав, короче, он согласен, я ему написал, что 213 шмот вы будете ролить, а Тринки 226 уходит в гильдию, чтобы он даже не рассчитывал на это. Он сказал, что он согласен. Я в игре Тяка. Я ему сейчас скину дискорд ваш, он сейчас зайдет. То есть... Если, да, если уже будет косячить, то, ну, тогда просто кикай, да и все. И... Да, научим. А как его зовут? Его зовут Богдан, он приятный молодой человек, но он разговаривает на суржике. Вот, то есть там русский с украинским вперемешку. Просто когда мы были в гильдии, мы постоянно с него травили, что он француз. Ну, это хоть. Не проблема. Я даже послушал бы, давно я не слышал певучую украинскую мову. Так, сейчас я его добавлю. Что там есть, ИПшка, ЗКД, что-нибудь такое, нет? Кидай, Пать. А плюс крову? Мне дай, пожалуйста. Ну, а мне за то, что я РЛ, что, не полагается? Да я шучу. Мы тебе только на психиатра скинем. Не, мне не надо нихера. Да хэмоши, ЕПшка все на танк ролит, все. И так, просто так. Кидай пати. Кидай пати, я готов. Здорово. Да я уже почти собрал армс. Мне по сути нужна пуха нормальная только и все. Сейчас я фласки докуплю себе. А то что-то у меня вообще ни хера нет. Гарю, зачем? Да не, забей, я сейчас себе куплю сразу с десяток, чтобы не было. А вы что-то еще закрывали? 615. Да я уже купил. Сейчас не буду. Кикарю. Бери бездаря, пока дэм. Все, а, все, типа вы добрали, да? Пока. Все, 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 я понял. Так. Да, ассист. Пати плохо раскинут.
Да, его надо к ханту, чтобы хант ему тоже ап давал. Ну, ретрикам похеру. Это что за люди? Бодя, смотри, вот ребята, меня в этом рейде не будет. К ребятам сейчас пришел ихний человек, у которого уже висит КД. Ты пока посиди, возможно, ты пойдешь на замену. То есть пока вот только что вернулся человечек к ним, пока не надо лог. Да я без проблем. Вот. То есть, если что, в крайнем случае, вот, ребята хорошие, то есть, слушая тактику, все подскажут, все научат, в принципе, все, что мы делали в десятке. Бля, секунду. Тагариус, дай одну фаску. Только я их купил, с почты не забрал. У них варлоков в гильдии много? Три. Три штуки есть. Ну, а тут один, я. Ну, может быть, у них в рейде еще есть? Ну, вот видишь? Ну, поддержишь, окей. Тагариус, через Shift. Нажимаешь Shift левой кнопкой мыши по фаске. Спасибо. Так, чё там? Саш, поставь рыбу. Рыбка стоит, ребят, хаваем, на нее не садимся. Спасибо. Внимательно следим за дождем, на ком он будет, сразу же выбегаем. Ник буду стараться называть. Сейчас я проверю, забагался он мне или не забагался. Хилвуд. Чё? А чё тут со вкус, блядь, всё плохо. Так, блядь, где мой хилбот, блядь? Так, клиентские. Тоже. Я пока могу РЛК Гера побегать, да? Да. Так. Все, в принципе, я себе отслеживание поставил, буду называть. Что там, баф можно? Фулл баф, пожалуйста. Ауру, уберите ауру коня. Поставьте вместо нее РДДшную. Еще раз повторяю, паладины, у кого стоит аура коня? Сменили ее на РДДшную, на ауру сосредоточенность. Это пан. Может таргет на его пан. Глушить, он в АФК. Пан. Бля, даже на синдре таких просадок в ПС нет. Он тупо стоим, у меня в ПС 30. Сейчас он приземляться начнет, вообще в минус уйдешь. Воет. Пан, спасибо, что ауру поменял. Красава просто. Верчина готовность. Бафы, ребят, бафы. Чтобы я не стоял перед каждым боссом, вам не напоминал. Раздайте кресты, пожалуйста, по друидам. Дайте Тагариус, дай крест по хантам. Дайте крест Кадырову. Дайте крест престам. Дайте крест шаманам, локам. Почему у меня весь рейд, блядь, без крестов? Назначь кого-нибудь. Чего они сами никогда не рассказывают. Вместо прота раздай МП5, пожалуйста, вон на друидов. Ему прото не спасет, потому что там ДЦ и так есть. По паладинам тоже, пожалуйста, крест.
Присты. Присты, шаманы и локи остались. Давайте быстрее, ребят, бафаемся. Локом осталось. Чуть-чуть осталось. Вот прям локом дать крестик. Вот, заебись. Вот прям вот огонь. А фласочки пропиваем. Даю ластерче. И поехали. И... все готово, даю таймер. Весь на пол Войда. Какие зависли? 100 же миллизона. Лакрим. Ялхаммер. Ризван. Фан. Лил, за тобой идет. Двигайся. Только не КРДД, пожалуйста. Реаниматор отошел. Милизона, аккуратнее. Проклятие диспелим, ребят. Проклятие на декурс, пожалуйста. Маги. Ну что у нас это с прохилом? Выйдет погулять? Таргетного нет. Просто я с двумя косарями хп стоял, меня аура добила. Глыба. Набрали раньше. Спрятали сейчас за глыбами. Все, спрятали за глыбами. Все за глыбы стали. А, бам. Дай, пожалуйста, БР по килнесу. По роге. Без меня вы проживете, а вот без роги пусть подамажит. Лежит он, вон я мигаю где. Вводим стужу. Не стоим в ней, не лутаем урон, блять, милики. Глазки открыли. Подняли их, блядь, с клавиатуры на босса, смотрим на босса. Смотрим на то, что возле вас происходит. Пукич, веди. Веди стужу. За тобой она идет. Лил побежал. Не добежал. Сейчас взлетка будет. Все, взлетка. Рэндж набрали между собой. Рейд прохиливаем. Первая глыба есть. Не сбегайтесь, пока ждите. Ждите, сейчас третья будет. Все, теперь сбежались. В итоге вы взяли, блять, все просто в куче сдохли. Ребят, всегда ждите третью глыбу. И только после этого мы сбегаемся. У вас времени потом предостаточно, чтобы добежать. Я думаю, на этот край лично. Ну, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь трупов. Девять трупов. Нет, нормально. БР есть. Да. А, шакит БР по вазу. Аша мой в АФК стоит вообще. Все. Ложитесь. Кто АФК? Шамик. У него лужа шла, он стоял, он даже не кастовал ничего. Никита, ты тут? Да, тут. Чё там у тебя произошло? Да нихуя, здесь тут тыкал, блядь, пока ты... лужа полупал. У меня такое ощущение, что я вообще один хилил, блядь. Не, ну судя по ХПСу, вы втроём нормально хилите. Там ещё-то Гариус кидает правосудие света. Ложитесь. Обидно, конечно, что два БРа всрали. Чё,
еще как на лотхибе просить пристов подхиливать. Может, проще им будет? Ну, у нас один прист. Да не надо нам помогать. А, ну, баллада еще два. Не надо там, помогать, надо... Там просто надо из стужи сразу выбегать. Ребят, вы стоите вот как, блядь, ну, извините, как сброд какой-то. Вы стали, вот, особенно мелизона, это самая колоссальная проблема. Возьмите, станьте вы не одной кучей, а станьте хотя бы на небольшой ранже друг от друга. И все, и это решит значительно проблему. Тем более я называю некий на ком. Стужа. Ваша задача, вот я назвал ваш ник, вы в сторону отбежали. Смотрите, если вы уже идет за вами, двигается, то значит вам надо ее вести. То есть в данный момент вы не дамажите босса, а вы просто стоите и, ну, не стоите, а двигаетесь и ведете лужу. Но ведете ее так, чтобы до вас еще доставали хилы. То есть вы можете вокруг РТД пойти, чуть сбоку там как-то сдвинуться. Но главное, чтобы хотя бы один хил до вас доставал. А теперь что... Да, тебя резают там же. А теперь что касается еще... Да, у босса, вот Ризван правильно пишет, у него фрейм очень большой, вы можете подальше отойти и все. И помимо, да, держите, Black Dark правильно тоже пишет, держите камеру сверху, вам так удобнее будет, вы будете видеть, где лужа, под вами, не под вами. Мильки, так плотно не упирайтесь к боссу, отойдите чуть подальше. Здесь не ренджа у него, ну, у него фрейм-то, блядь, не маленький, вы можете отойти, грубо говоря, на границе зеленого круга, стоять спокойно и... Вы будете до него доставать. Там поэтому надо по мане разобрать друидов, типа войд на лётке и на... Хорошо, бам. Бам, ты сдаешь иннер по шамику. Запомнил, все, следишь за его маной, вынеси его панельку себе, чтобы ты видел, сколько маны у него. Шакит, ты сдаешь иннер по содиуму. Войд, по команде сдаешь иннер по балладе. Я буду у тебя забирать. Будешь ходить... Могу на взлетке? На первой? На взлетке, да. Не, на первой не надо, на второй. У нас еще а есть нет, гимн. Гимн этот. Ну или, вот в принципе, да, сдай на первой. А рыбацы по пукич, рыба стоит, поешьте. СС-ы? По реаниматору, по друидам дайте крест, пожалуйста, по престам крест. Все, друиды и престы. А по ССам давайте раздадим на всякие фича, даешь пойду. А, рыбацыпа, реаниматору, Black Dark, шамику. Да, да. На самом деле уж по мелизону отдал, ну да ладно. Да, бля. Угадаешь на кого? Да, тут действительно ты не угадаешь, кто из мелизоны прослакает. Ки у нас готов, не? Все, все готовы, даю таймер, по таймеру пул. Я стоять буду чуть в сторонке. Лил и Пукич, настакивайте, пожалуйста, этот раскол. Я сейчас чуть в сторонку отойду, я буду сам стакать. Надо. Вот, видите, где я стою? На границе зеленого круга я спокойно достаю. Фьюдж побежал. Баллада побежала. Ризван. Ризван, Фьюдж, Шакит. Есть бы. Пока не надо. Я могу. Юю без. Да, давай ты сейчас свой. Давай по Фьюджу. Все на рендж друг от друга стали. Ждем, пока приземлится. Три глыбы. Первая есть. Вторая есть. Третье есть. Все, вот теперь сбежались. За глыбы стали. Все, отлично. Фьюж, вставай. Забафали фул ханта.
Нет мозга, побежал. Бам, можешь вливать инер по шамик. Доза побежал, шамик побежал. Шамик не на тебе. Фича побежал. Доза, беги, 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 беги. Реаниматор, двинись. Содиум. Танка можете уронить так сейчас. Вмешательство на тебя дал. Баф. Все, рендж набрали друг от друга. Рендж, 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 рендж. Друг рядом с другом не стоим. Все, три глыбы есть. Спрятались за ними. Так, у нас бездарь умер, шакит умер. А, реаниматор шакиту, потом бэр. Так, у нас баллада мертвая. Это минус один хил. Доза, сдавай гимн на ману. А, содиум поставим бочку. Милизона, Пукич, Лакрим, Вас. Разбежались. Смотрим внимательно, за кем идут лучи. Уводим. Пана подхильте, сдохнет сейчас. Отлично. Он съебал в ебеня, какие подхилы. Ну да. Еще под 100 же подбежал. Пукич побежал. Не стой, беги, 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 блядь. Все, рендж набрали друг от друга. Это не на мне было. Рендж набрали, рендж, рендж, рендж. Не лутаем лишний урон. Ждем третью глыбу. Все, сбежались. Доза, сбегаешься, отдаешь гимн на хп. Иннеры по откату сразу слейте по своим таргетам. Шамик почти без маны стоит. Бочку поставь. Нету гимна второго. Поставь бочку. Фича побежал. Килнес, Лакрим. Кто-то из вас. Реаниматор, отойди. За тобой идет. Шамик побежал. Не умри. Иннеры откатываются. Иннеры готовимся сдавать. Вот, сейчас заберу. Дай по шамику иннер. Да мне бам дал. Забрал. Двигаемся, двигаемся, блядь, не умирайте. 20% у босса, еще две взлетки. А Белла был? Нет, Белла не было. Все, взлетка, рендж набрали друг от друга. Бахнуть по холоде. Под друидом хотя бы МК5, пожалуйста, без мана стоит вообще. Все, спрятались за глыбы. Было мне забить раз. Вас, Лакрим, побежали, Килнес тоже. Мы без Белла влетели. Содиум, Шамик побежали. Войд, готовься, если что-то аунтить. Если я сдохну, забирай.
ты, в принципе, второй по агро, он на тебя пойдет. Милизона, двигаемся. Юэла, Крим, Шакит, Вас, Фича. Сейчас не запарите, блядь. Забирай. Прожимки есть, лямбда, давайте. Отбежали, отбежали, отбежали. Сейчас под бурей сдохните все, блядь. Последний. Отлично. Погариус бабл готовь, если сдохнут. Мана нет, мана нет, мана нет. 300 000. Возложение, значит. На ГЦ. Резайте павших. Тяжко, конечно, когда хилы падают. Ничего, я сильно не справился. А, ключ у Влада есть, у меня есть. Теперь мы его по роллу даем, или надо спросить, кто более инициативный, как думаешь? Подожди, да, я открою с алфа, у меня просто ключ с десятки. По-моему, с 25-ки тоже можно взять. Да, нет, там не общий, не? Нет, там не общий, там тот, который с десятки, должен открывать только десятку. Но это как по логике вещей, как по близвайку. А если типа в стадии забежать, типа не? Не прокатит? Есть этот фулнабот или лечение стадии? Да, да, Лакрим поставит перед этим, перед Келем. Киньте резкому, не жалко. Вроде что, не нужен кинжал? А, ну, в принципе, там скорость 1.5. Там мутику заберет. Шея. Рольте, если надо, кому. А, слушай, ну да, я ключ этот вижу. Короче, тебе закину тогда, да? Ну да, закинь мне. Потом уже будем просто отдавать. Перчатки, меткость, крит. Что я надеюсь, не за ГП? Не, нет, это 213-я по рову. Хочешь, могу ГП? По рову, если. Скеля 226 по 50 ГП. Одна шмотка. Лакрим, поставь вот здесь Дживса, пожалуйста. Спасибо. Жив стоит, ребят, чините все. Саш, кинь рыбу, много кто умирал. Спасибо. Все, хавайте. СС, давай. Так, Black Dark, давай на Шамика. Рыбоцыпа на Содиума. Фича на Войда. Black Dark на Шамика. Ген, ничего страшного, пусть будет. Пусть лучше будет. Давай, Тагариус, хорошо, отходи. Сейчас у нас танк это. Отошел там на полминутки. Да, будешь бессмертным, Ген.
перезайти можно, да? Сейчас время есть. Да, можно. Есть время, можете перезайти. Ой, сука, что-то мне еще и с работы не звонят, блядь. Может, сегодня не надо будет никуда ехать? Не хотелось бы, блядь, сегодня до 3 часов ночи тусоваться. РЧ на готовность. Ген, ты пересмотрел битву недавно? Или что? Фулл баф, пожалуйста. По престам крестик. По локам крестик. А, Юю тут? Коль. По крестам еще раз крест, пожалуйста. На балладе нету креста. Угу, спасибо. РЧ на готовность. Сейчас все по моей команде сразу же вот сюда зайдите в квадратик. По моей команде все идем в центр. Петов на АФК. Сразу в центре вот там поставить. Иррационал. I'm ready. I'm ready. Окей. Даю таймер. Четко по слову атака. Все идем в центр. Побежали. Побежали. Сагрит из петухи. Пизда. Лакрим рано побежал. Ну вот зачем, блядь? Ну вот за что, блядь? Интересно, а тут респится или нельзя? У кого-то ж там есть камень души, вставайте по камню, блядь. Не, там запустится вроде как. Да, там запустится в центре. Ну вот зачем, блядь? Вот в чем проблема? Не надо тут, блядь, там ускорялки свои использовать. Просто, блядь, пробежите. Просто обычным шагом пробежите. Чтобы все четко в один момент забежали в центр. Ничего ж сложного нету, господа. Петов по-любому там поставьте на АФК, блядь. Именно вот когда мы в центр-то идем. Не сейчас, а именно в центр, когда приходим. Обязательно ставим все петов на АФК. Это ханты, это анхолики, это... Локи. Присты тоже старайтесь на первой фазе не призывать исчадия. Маги копии только в самом центре можно сдавать. Никак иначе. Жив стоит, кому надо, еще раз подойдите, починитесь. Рыба стоит, с рыбы отойдите, пожалуйста. Не стойте прям на ней. Вокруг сели, покушали, пробафались, фулл баф не забыли сделать. И, собственно, будем начинать. Крестики по всем пошли. По друиду, по магу. По локу. По локу каску еще раз. Ну, у тебя минус 7, у меня минус 8. С половинкой. На лад. По локам каску. По локам придет? Крест. Придет там, тогда? Там бежит один. А, я понял. Все, сорян. Я не увидел, что он там свагает где-то. Все, он пришел. Касочка есть, крестик отлично есть, замечательно. Инту еще можно дать по локу. Все, кто готовы, зашли сюда. Сейчас дам РЧ.
А Ю, это Гариус, почему без рыбы? Покушайте. Сейчас Юи поест и будем бежать. Все, отлично. Даю таймер. Без ускорения, без ничего. Просто пробежать до центра. Побежали. Побежали, побежали, побежали. Ну вот, можно же так сразу с первого трая, да? А, всех петов по ФК. Поганище с креста идет, заберу. Милики играем по поганищу. РДД солдатов подбивайте. Вайт, вайт, вот. Отлично. Банши, крест, РДД все в нее. Поганище спасов пришло, милики там пока играем. Пока не могу использовать эту способность. Банши спасов идет. Банши квадрат начал движение. Мелики, не забывайте помогать мне сбивать косты на келе. Банши, звездочка. Так, проверка связи, меня слышно сейчас? Да. Хорошо. Хорошо, а то у меня есть привычка у моего дискорда вылетать в самый нужный момент. Он сидишь, как долбоёбик, блядь, сам с собой разговариваешь и думаешь, почему сука рейд не делает то, что ты его просишь. Звезда опять, банш. Солдатиков РДД подбиваем после банши. Банша еще вышла в кружочек. Готовимся к ней играть. Сыграли по ним. Все, Тагариус пока и трэш. Я буду ждать уже босс. 25 секунд до босса. Мелкий трэш пока тоже заливайте, чтобы он так вот не взрывался. Банш. По банше сыграть РД. Все, играем. Играем по келю. Банши, да, банши добейте, волне. Прожимки отдают пока, да. Расщелина, ребят, расщелина, аккуратно. Не стоим. Без геры пока, без геры. Расщелина. Милики, вроде. Да. А не, не милики. Тагариус вышел. Вышел от рейда. Вышел.
Видишь, АОЕшка хлопнула. Все, можешь назад возвращаться. Там ждешь, когда взрыв происходит, и все, и можешь назад идти. Милики, милики расщелина сдвигаю. Готовимся, контроль сейчас будет. Сова, код, контроль. Я помогу. Расщелина в РНЖ отошли оттуда. Пан Брэнш отошел чуть-чуть. Хлопнет сейчас и назад. Контроли, Бездарь, Пукич, Кадыров. Кадырова в первую очередь в контр. Расщелина аккуратно. Херы можно раздавать. По шамику боб дать. По реаниматору Кадыров, блядь. А уже не надо. Реаниматор вроде выжил. Все, контроли спали. Отлично, играем по боссу. Смотрим внимательно. Пан отошел чуть-чуть от рейда. Все, взорвалось. Идешь назад. Расщелина милики отложил. Газ не забываем забивать милики. Я когда отвожу, я до него по ранже не достаю. Расщелина сова. Владимир дал, короче. Заморозка. Скоро контроли будут. Шакит отошел в сторону от рейда. Ген, чего за взрыв прям стоит? Вставалка есть у тебя? У него есть, нет. Все, вставай. У меня нету. Нету? Даю БР. Хорошо, давай. Расщелина на милике сдвигаю, босс. Я от нее отошел вообще-то, рядом стоял. Лакрим. Да, блядь, ну вы стебетесь с ними, что ли? Бам, сдай БР по Лакриму. Расщелина на милике опять сдвигаю, босс. Сдвигаю босса. Взрыв маны, доза, отошел. Расщелина мили. Поражу босс. Трэш скоро. Контроли пошли. Ханты и Мишка. Контроли. Тагариус, лови мобов. Блять, Содиум опять у них. Все, из реаниматора отойди. Угу, отлично. Все, трэш держите. Давай Геру. Геру сейчас фулл ДД. Сейчас контролей пока не будет. Реаниматор чуть в сторонку от рейда. По Кадырову хлопнул некрасиво. Играем. Баллада, сдай гимн на ману. Содиум бочку. Шамик бочку. Расщелина в РДД. Тагариус. Ман. Пан. Пан. Угу. Расщелина. Сейчас контроль может быть. Готовимся, если что. Вся мегазона в заморозке. Блять. Войд, забери босса быстрее. Реаниматор дал БР. Забираю босса. Прохильте. Фича отошел на рейндж. Расщелина. Войд под тобой прям. Угу.
Все, Гацан. Красавчик. Щит на хилов, блядь. Да сука, в этой жизни хоть что-то выпадет, блядь. Ни пухи, блядь, нихуя, сука. В эсочку летим пока что. Сейчас, ну, это ж мод разберем. Ресните бездаря и Миш, дай, пожалуйста, порт. Внал. За десятки не дают. Ну, потому что приоритет выше был. Ну, кстати, вот когда одинаковый приоритет... Сейчас, стопните, дайте скажу. Когда одинаковый приор, я бы отдавал парол. Кто первее парол. А уже так и делается, успокойтесь. Почему ты получил, а не я кольцо? Стопните, подождите. Вон, тогда проще этот... Отмени ГП у Юю и Юю отдай плащ Вазу. Вазу ГП начистите. Потому что он парол был выше. Приор одинаковый, а парол у вас был выше. Сейчас подождите с Юями, с Вазами. Во-первых, сейчас я шлем разролю, а потом Юи и Вазы будут. Шмот опять кусаться начал. Да что ж кусаться, здесь, знаете, какого приора тут уберёшься? Нет, у меня нет приора, блядь, я с Ройла отдали другому. Ещё бы барагозить, блядь. Давай не тролль. В смысле, блядь, я сролил кольцо, нахуй, крит-хаст, блядь. Да ну стрёмно это, блядь. Так, вроде всё. Теперь что там с Юи? Юю отмени ГП, он плаща даст вазу, начисли ГП в вазу. Он уже отдал. Там просто у них приор одинаковый, а парол у вас был выше. А, это я не досмотрел. Ну хорошо. Я просто вот этих, когда кольцо кинул, смотрю, там 4 с одинаковым приором. Я поэтому и написал, что цыпа. Я посмотрел ролл и дал цыпе. А вазу сейчас поставлю. Ну, у меня, в принципе, и ПГП нет, как там сейчас смотрел, я хуй знаю. У тебя есть. То у меня откуда? Ну, тебе начислили за то, что ты КД принял. Ну, во-первых, я не в гильдии, как мне можно начислить ГП? А, блядь, да. А что ты не в гильдии до сих пор? Зачем? За ЕПГП.
хуйня не придумал. Вывесочку плюс 2 ебанем, третий нам пока не нужен, я думаю. Ну да, в принципе. Там плащик падает, знаете какой, сейчас я вчера смотрел, сейчас линкану. Вообще кайфу. Ну там бисовый на РВД падает плащ. Ну я прям кайфанул. У меня крит вылетел. Бис на РДРу. Пока летите, я этот отойду на пару минут. Чай сделаю. Я пошел. Так что получается, кинули на кольцо, да? Понимаю. Ну ладно, кольцо потом заберешь. А что ты 7. С КД, да, ты мне говорил? Пукич. По-моему, Пукич мне говорил, что он с... Да, он с кем-то сходил там. Так а что там за вклады? Есть что-нибудь? А что ты хочешь? Типа вклад есть что-нибудь, типа... ГБ развивать хочу. Ну, типа такой хуйни. Да я только за, и я подумаю насчет, какая эта цифра будет в неделю, ну на первое время, а там уже посмотрим. Давай, знаешь, насчет вклада с следующего КД уже. Да это я тебе для размышления просто. Да я знаю, я эту тему практиковал. Типа рыба, вклад, фласки, все хуйня. Да. Ну это по-любому будет поощряться в виде ЕП. Тут кто помогает рейдам в организации, в фласках, вот в этом всем, в одевании, в камнях. Чуть не получил. А прикинь, если бы он его зачарил, блядь. Сука. Прикинь, просто такую хуйню. Юй такой берет плащ, чарит, блядь. И пиздец. Пукич ушел с Диса, я так понимаю, да? Короче, кину пати паладину. Хотел ВС-ку. А чё Влад куда офнулся? Кишку набивать. Скорее всего не кишку, блять, а пузырь на. А чё тут 4 хила потянется плюс 2, нет? А чё нет? Там не хили. Скорее всего панацею спекнем. Чтоб проще да. Было. Либо умерли, либо не умерли, блять. Хилов мало. Кто кольцо? А кто кольцо забрал? Костя. На цып. Цыпа. Это ему похоже. Ты ему дал 50 гп, что у него приор вообще нахуй не меньше. Ты походу не тому дал. Сейчас гп, я нахуй. Посмотрю. А, да. Кому-то другому. Не, я вазу пока добавлял, а этому вычитал. Что что сказал? Отвлекли меня. Был хейти цыпу, блядь. Кольцо мое нахуй спиздил. А чё, это тоже бисовое кольцо? Ну, так, да. Ну, 226, как Крисхас. Ну, да. Наверное, да. Кайфово. А с духом 226 нету кольца? Ай, хуй, да. Я насчет плюс 3 не знаю. Можно, в принципе, тройнуть его. Смотря как. Ну, давай плюс 2. 3. Ну, да, конечно. А зачем? Просто... Плюс 2 просто быстрее закроется, и как бы все свободны станут. Можно что-то пообсуждать там. Вон, вам КД принял, да? Надо КХМ искать, блядь. Какие нахуй плюс 3, вы чё, блядь?
Ты про какое КД говоришь? Не знаю, и что. А, ну так босса еще не убиты. Получит, успеет. Да.